Дети маленького роста впервые в Казахстане стали получать уникальное лечение. Им вводят инъекцию от заболевания ахондроплазия. Процедуру проводят на базе клиники АКСАИ Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова. Чудо-уколы дорогие. Фонд Казахстана Халкна приобрел лекарства для 10 детей на сумму свыше 900 миллионов тенге. Подробности у нашего корреспондента Карлыгаш Минаяковой. Акбаян Жанкызы 11 лет, ее рост 117 сантиметров. Отстает от своих сверстников примерно на 25-30 сантиметров. По словам мамы, особенности ребенка врачи обнаружили еще в ее утробе на 8 месяце. С каждым годом болезнь Акбаян стала очевиднее. Но семья не сидела, сложа руки. Родители несколько раз ездили в Киев, чтобы вылечить дочь от недуга. Мне 11 лет. Я очень счастлива, что я сейчас получу инъекцию и вырасту. Я хочу расти и расти, как обычный любой ребенок. Мы очень рады, что нам доктора нашли такие уколы. И мы вырастем. И мы вырастем и станем большими. Препарат Васарисит был привезен из США. На Западе он был одобрен 2 года назад. Его эффективность доказана клиническими исследованиями, говорят медики. Лекарство способно увеличить рост костей на 95%. На сегодня он пока не зарегистрирован в стране. Тем не менее, фонд «Казахстан Халкына» дал детям надежду и возможность вырасти. Маленьких пациентов отбирал медицинский консилиум университетской клиники АКСАИ. Такую терапию необходимо проводить ежегодно до окончания зоны роста костей рук и ног. Поэтому в этом году мы стартовали, закупили пока на год. Очень надеемся, что Министерство здравоохранения, местные исполнительные органы поддержат данное лечение, возьмут на себя обеспечение. И мы бы хотели, чтобы со стороны Министерства здравоохранения приняли в перечень редких орфанных заболеваний это заболевание. Общая сумма годовой потребности на одного маленького пациента составила почти 2 миллиона долларов. Благодаря препарату рост детей увеличивается на 5-8 сантиметров в год, говорят врачи. В Республике Казахстан насчитывается 200 детей с данным диагнозом. Как я уже сказал, данный препарат вводится только тем детям, у которых подтвержден именно этот ген FRG3. И я думаю, что данное мероприятие является очень замечательным и трогательным моментом для наших детей. Ахондроплазия – это генетическое заболевание, при котором хрящевая ткань у детей не переходит в костную в полной мере. Эта патология вызывает замедление роста рук и ног, меняет форму конечности и деформирует позвоночник. Но это лекарство дает надежду родителям на излечение их детей. Карлыгаш Минаякова, Сержан Жумабаев, Хабар 24, Алматы.